4 июля на татами в спортивном комплексе «Муссон» вышли дзюдоисты со всех уголков России. Турнир ежегодный, проводится не в первый раз, поэтому многие спортсмены смогли заранее внести его в свой график подготовки к официальным соревнованиям. Турнир проходит по разным возрастным категориям, но в основном это юноши примерно от 11 до 18 лет. Очень много приехало в этот раз к нам с разных уголков нашей страны, даже с очень отдаленных, с Южного Сахалина приехала команда 16 человек. Общее количество выступающих сегодня примерно более 250 человек. Многие команды проводили свои сборы на территории Крымского федерального округа, после чего решили посетить и соревнования в городе Герои. Севастопольские спортсмены готовились к домашнему турниру активнее других, ведь перед ними стоит серьезная задача – защитить честь родного города. Представители Федерации дзюдо регионов России по достоинству оценили уровень подготовки наших юношей. Вообще Севастополь сам по себе не только дети сильные, но и взрослые. Они показали на чемпионате России, когда проходил чемпионат России у нас в Ханты-Мансийске, они показали хорошие результаты. Я знаю, что у нас из Севастополя 2 или 3 призовых места было в Севастополе. Очень хороший уровень, достойный. И вот сейчас я посмотрел, юноши очень хорошего уровня. Популяризация боевых искусств – одна из главных задач Федерации дзюдо России, в том числе и в Севастополе. В планах ведомства провести сборы главных спортсменов страны в нашем городе. Это позволит начинающим бойцам поставить перед собой новые цели и задачи, увидеть уровень, к которому необходимо стремиться. Думаю, какой политический оттенок у этого вопроса в связи с этими. А так, я думаю, что в будущем можно будет уже и официальные старты проводить здесь. Я думаю, чемпионаты России, в принципе, я не вижу в этом никаких препятствий, чтобы по единоборствам, по крайней мере, по всем единоборствам провести здесь чемпионат России. По словам Тамерлана Тменова, в Севастополе есть вся необходимая инфраструктура и, что важнее, отличный материал для подготовки бойцов мирового уровня. А сегодняшний турнир в очередной раз доказывает, что дзюдо в нашем городе движется в правильном направлении. Денис Остроушко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.